Я рад приветствовать всех, кто заглянул на канал Blender 2.81 и продолжаю искать информацию, которая поможет и вам, и мне в работе на просторах YouTube. Нашел я вот такой канал. Сейчас покажу вам, познакомимся. Вот такой канал GM. И вот здесь вот взята эта информация. Face Region in Blender 2.8. Как изменить именно мимику персонажу. Давайте вы зайдете, кому интересно, подпишитесь, посмотрите, что здесь находится. Возвращаемся в Blender 2.81 и давайте проделаем то же самое. Так, вот есть персонаж The Brush 2019, базовая голова женщины. И давайте с ней немножко поработаем. Так, нажмем Z, перейдем в Warframe. И сейчас я нажму в N-панели видимость нажимаемых клавиш. N-панель, повторяюсь, не забывайте. Так, теперь нужно добавить именно арматуру. Арматура добавлена. Клавишей G переводим вот сюда. Вот сюда. Переводим кость теперь вниз и ставим S. Вот так уменьшаем, немножко G перетягиваем где-то вот в это место. Немножко можно даже R чуть-чуть повернуть, вот так вот. И теперь переходим, жмем табуляцию, переходим в Edit Mode и нажимаем английскую E. Вытягиваем вот эту косточку где-то вот сюда, вот так вот. Теперь выделяем всю кость. Что такое? Вот, выделяем эту кость, жмем Shift D, делаем дублирование, выводим где-то вперед вот так, и теперь английская S. Все это дело уменьшаем, и тут вы видите, что она привязана сейчас к этой кости. Заходим на кость, жмем вот эту вот Relation и Bone, вот эту косточку отключаем, привязку. Теперь жмем R, можно ее вот так вот повернуть, английское R, или использовать транспоз вот здесь вот. Смотрим, что да как. Еще можно S немножко ее уменьшить, вот таким вот образом. Немножко еще подкрутить. Уже с помощью можно транспоз вот так вот. И немножко вот так вот. Подровнять. Так, и ставим теперь вот эту вот косточку именно так, вот сюда вот. Еще можно нажать, наверное, немножко S. Вот так вот. И клавишей G перетянуть ее вот сюда вот так. Нажать Z, перейти в Solid. И уже здесь можно ее вот так вот устанавливать. Чтобы было кости видно, заходим вот в эту функцию, где Object Date Properties. И находим, сейчас, пардоньте, вот это Warframe Display. И ставим In Front, чтобы было их видно. Вот так вот установилась кость. Вот таким вот образом. Ее немножко можно еще уменьшить. И клавишей G поставить вот сюда. Вот так. Еще подкорректировать. Жмем Shift D. Ставим косточку теперь вот на это веко. Вот где-то так. G немножко можно ее вот так подрегулировать. И на эту вот переключиться и нажать G немножко тоже, так, Ctrl-Z, нажать G и немножко вот сюда вот так ее тоже поставить. Следом жмем Shift-D, ставим вот на это веко, Shift-D ставим теперь на вот эти части, вот так вот. Вроде все нормально. Теперь жмем Shift D, ставим
вот сюда, ближе к носу. Вот таким вот образом. И Shift D ставим вот сюда на скулу. Shift D ставим на рот. Ставим теперь вот сюда. Ставим вот сюда. Ставим теперь на нижнюю губу и одну вот на саму губу. Вот сюда вот так вот. Так, смотрим, что да как здесь происходит. Ну и еще дублирующий можно там, допустим, поставить где-то на ухо. Ну, пока нас интересует именно вот челюсть и вот эти вот части. Теперь нажимаем на эту косточку, жмем Shift D, отводим. На кость переключаемся, отключаем привязку к этой кости. Теперь можно именно транспозом перекрутить, опустить. S английское уменьшить, подкорректировать, подогнать и немножко нажать S еще побольше. Вот таким вот образом. Смотрим, чтобы единицу на нампаде можно нажать. Смотрим, чтобы она здесь более-менее ровно установилась. Подгоняем по центру. Ну вот уже что-то. Теперь нужно привязать вот эти вот косточки, вот эти вот, именно вот к этой кости. Так, переходим теперь Z в Warframe. Жмем английскую B, выделяем вот эти вот косточки и выделяем вот эти на губах. Вот такая штука. Эти пока не трогаем. Так, включаем Select Box и нажимаем теперь Ctrl-T. И жмем Keep Offset. Так, Ctrl-Z, привязались не к той кости. Shift снимаем выделение. И Shift опять нажимаем на эту кость. Смотрим, что тут да как. И жмем опять Ctrl-P, Keep Offset. Вот теперь привязаны вот эти косточки именно вот к этой кости. Теперь снимаем выделение и надо выделить вот эти нижние кости. Вот эти вот. Зажимаем Shift, можно вот так выделить. И выделяем вот эту кость. И вот эти вот теперь кости связываем между собой. Вот эту кость нижнюю можно опять привязать вот к этой сначала. Жмем Ctrl-P, опять же Content. И привязываем вот эту косточку вот к этой кости. Жмем Ctrl-P и Keep Offset. Все, вот она привязалась. И вот теперь вот эти кости, именно нижние губы, надо привязать вот к этой кости. Теперь снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши. И теперь Shift зажатый можно выделить. И Shift вот эту последнюю выделяем косточку. Ctrl-P и жмем Keep Offset. Вот теперь и они соединились. Получается вот такая вот штука. Z Solid. Можно теперь вот это чуть-чуть вот так вот выделить. Shift вот эту снять и вот эти косточки можно немножко вглубь посадить. Вот так вот. Так, и вот когда у нас вот это все выделено, надо теперь на эту сторону все перекинуть. Не знаю, где находится R-1, так что говорю, давайте по первобытному все это сделаем. Ну, опять же, в плане понимания. Нажимаем Shift D,
И все это дублируем вот на эту сторону. Так, смотрим, что да как, где тут что установлено. Подгоняем вот так вот где-то под глаз. И вот теперь вот эти вот части, вот нос совпал. Выделяем его, и можно теперь G. И немножко вот так вот подкорректировать. Нажимаем G. Немножко корректируем вот на эту скулу. И вот эти уже так части можно немножко раскидать по губе. Вот так вот. А эту ставим вот сюда. Эти перекрутим. Вот сюда поставим. А эту поставим вот сюда. Вот так вот. Ну, а тут, в принципе, все совпало. Единственное, что вот эту вот можно немножко тоже подкорректировать вот сюда где-то поближе. Вот таким вот образом. Ну и вот эту тоже немножко вот так вот. Вот эти еще немножко пораскидать по бокам. И вот эту чуть-чуть подкинуть сюда. Вот таким вот образом. Ну вот у нас получилась вот такая вот штукенция. Вроде все нормально, все вроде хорошо. Теперь жмем табуляция. Снимаем выделение, нажимаем на наш персонаж и Shift. Выделяем наши вот эти кости. Теперь жмем Ctrl-P и жмем White Automatic Widget. Вот так. Ждем немножко. Все это должно сейчас связаться. Все связалось. Снимаем выделение. Переходим на кости. Заходим теперь в POS. Нажимаем вот на эти кости. Выделяем их все. И заходим в косточки. И надо здесь вот поставить именно вот эту часть, чтобы было по-другому все видно. Так, это не тут. Вот здесь вот, где человечек. И ставим, допустим, var. Смотрим, что да как. Вот получается вот такой вот невидимый часть кости. Ну и теперь что можно сделать? Работает это где-то приблизительно вот таким образом. Разные варианты есть. Выделяем, допустим, ну вот глаза. Вот эти части и выделяем вот эти части. И теперь можно нажать, допустим, G и вот так их развести, мать. Или сузить вот таким вот образом. Можно работать по отдельности. Вот эту нижнюю часть и нижнюю часть мы выделяем, жмем G. И вот мы уже получили прищуренный вид. Так, это G. Вот чуть-чуть вводим и Shift. Вот теперь можно с помощью G приподнять немножко нос. Также его можно немножко вывести. Словом, поменять полностью персонаж. Внешний вид. Ну и теперь вот нажимаем Shift, 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 Shift. Смотрим, что тут выделилось. Вот это вот Shift нам не надо. Мы ее снимаем, выделение. И вот теперь можно G. Нижнюю губу, так, нос надо немножко снять, Ctrl-Z,
Shift. Так, смотрим, выделилась вот эта кость, она нам тоже не нужна. Вот так. И вот теперь можно нажать G, английскую, и вот открыть рот. Вот таким вот образом. Вот эта косточка регулирует подбородок. Вот можно вот так вот его открывать. Вот такая штука. Так, глаза. Теперь глаза можно это дело все расширить. Вот так вот. И поднять. Ctrl-Z. Снимаем выделение. И да, что я на табуляцию все жму? Вот эта табуляция. Вот. Edit Mode, Object Mode. Edit Mode, Object Mode. И теперь переходим в POS. У меня соскочило с Shift-ом. Выделяем верхние веки и клавиша G. Можно их поднять. А вот эти части, так вот эту часть можно еще G немножко припустить. Вот так вот. А эту часть чуть-чуть вот где-то вот так вот. Также можно со скулами поработать, чуть их сделать пышными. Какие-то части немножко увести. Вот так вот. Ну и с головой немножко тоже можно поработать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Во. Вот такая штукенция, граждане. Прикольная штука. Можно изменять персонажа любого. Добавлять больше точек. Работать с ушами. Какие-то части мышцы еще больше ставить костей. И вот, вот так вы можете ее полностью изменять. Вот таким вот образом. Вот так вот увести. И вот так наклонить. Вот так вот можно повернуть голову персонажу без всякой ломки. Прикольная штука. Так, Ctrl-Z, чтобы гражданку видеть. Ну вот, найдена информация, кому пригодится. Поставьте лайк, кому нет, дизлайк. Ну и побольше комментариев, если можно, чтобы понять, интересно вам то, что я нахожу или нет. Все, всем пока.